Уже в это воскресенье, в День всех влюбленных, здесь, во дворце спорта «Темп», состоится краевой чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Увидеть его сможет абсолютно каждый на канале «Свое ТВ» на платформе YouTube. Ударная техника, борьба в стойке и партере – все это и есть ММА. Стойкие и бесстрашные бойцы со всего края съедутся в Березники, чтобы сразиться за звание чемпиона. Сам же организатор Илья Малюков гарантирует, что это стоит вашего внимания, ведь Березниковской школе смешанных единоборств уже не впервой проводить такого рода соревнования. Федерация появилась в 2014 году. Как раз мы самый первый турнир проводили, это у нас был второй чемпионат. То есть, получается, уже сейчас 9-й, уже 7 лет назад мы впервые заявили о себе и впервые проводили чемпионат края. Напомню о правилах в ММА. Бои проходят в октагоне. Это восьмиугольная клетка, в которой бойцы должны продержаться 3 раунда по 5 минут. Победить можно несколькими способами. Соперник добровольно сдается словесно или постучав по настилу или телу оппонента. Нокаут, технический нокаут, победа по очкам решением судей, дисквалификация одного из участников или несостоявшийся бой. Если по какой-то причине вы со своей второй половинкой не знаете, как провести день влюбленных, то не раздумывая подключайтесь к прямой трансляции. Романтики будет мало, но острые ощущения вам гарантированы. Антон Кочнев, Никита Игнатьев. Наши новости.